Ребят, прикол. Походу, пятерочка не дает с собой расстаться. Значит, смотри, что нашел. Очередные новинки. У нас был уже армянин вайн. Смотрите, какой классный армянин. То же самое стекло, текстура, богатая бутылка, толстенькая, нестандартная форма. Колпак алюминий, супер качество. Но прикол в чем? Значит, во-первых, 499 за иностранное вино, это по-любому классно. Снимем про него видео. Но смущает чего? Красный вариант и белый вариант. Не указан сорт винограда. Указан регион, Аргасон, это понятно. Но больше никакой информации. Что здесь за купажи, загадочно. Так что снимем видео. Ребята, обязательно читайте по вину. Пока, до встречи на нашем канале.